Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Space Engineer. Космические инженеры. Продолжаем строительство базы. Продолжим рыть. Солнце. Пока еще есть. Продолжаем постройку. Еще копать и копать, это лишь самое начало. Выложить надо ресурсы в другой ящик, чтобы не мешались. Иначе туда камень не лезет. Продолжим долбить. Так, здесь. Нужно углублять это все дело. Нельзя долбить с помощью ПКМ, поскольку камень нужен. Камень очень нужен. Оно пойдет на постройку стен. Того, что здесь переработаем, будем строить стены. Процесс такой довольно нудный будет. Долбежка, сбор, переработка. Ну, тут хоть таскать недалеко, не за 3 километра. Пусть шуршит. А железо нам надо немерено. Пластины крутят. Вот этих тоже нам нужно. Дайте-ка 1000 пластин, 1000 моторов, 1000 трубок. Так, энергоячеек. Всего дофига. Тут. Там железо. Но это у нас уже крыша. Здесь слишком много, откапывать нельзя. Вот
потолок все-таки должен быть толстым. Его не пробило. Тут надо углублять, встанет завод. В этом месте. Над батареями. Вернее, рядом с ними. На улице пока светло, нормально. Да, индикация нужна будет. Надо парочку мониторов сделать. Вот это соберу, поставлю мониторчик, наверное. Для отслеживания уровней энергии. Еще необходимо обрабатывать мачту энергообеспечения, потому что ее одним плевком может перешибить. Придется бронировать. Не просто фермами, но и строить. Станут два конвейера, дальше пойдет завод. Ах да, хотел мониторчики. Хотел мониторчики. Так, производство, дайте стекло. Компонентов, по-моему, нету. На этот мониторчик вроде как вывести нельзя. Вот. Сторону надо расширять. Куда бы поставить? Куда поставить? Блок. Так. Консоль. Так, посмотрим, что нужно. Программируемый блок. Вот оно. На него нужно построить лампочку. Куда-нибудь.
и спилить. Теперь можем. А, он ставится на пол. На батарее будет стоять. А, там камень. Две трубы, мотор, экран. Два компа. Отсюда забрать. По другой ящик уже не лезет. Так, блок. Нужна программа для него. Обзор скриптов. Есть. Automatical CD, 2 рус. Вот не совместим. Почему? Проверить код. Операция завершена, отлично. Запущено. Так, блок. Подключить его экранчик. LCD. Подключился? Подключился. Скрипт запущен. Мелковат, конечно. Так. Редактировать. Или не здесь? Вроде так. Нет, это мощность. Забыл уже. Время. Так, потребление есть.
И единица нужна 0,7 где-то. Виднее было. Итак, что имеем? Солярки 100%, батареи накоплено. И не вижу. Так, 29%, потребление пока 0, зарядка идет, время зарядки 9 часов. Это слишком мало выдает. Так, расход энергии есть. Чуть побольше надо. Так. Контролом. 0,8, наверное, надо. 0,85. И влезает. Размер шрифта. Вылезла. Роем дальше. Контроль энергии есть. А также можно обычные мониторчики теперь сажать туда же. Писать в название LCD, чтобы они подключились к скрипту. Информационные дисплеи. Самым различным параметрам по заполнению контейнеров и так далее. Пока просто расширяем все это дело и углубляем. Строить будем потом, так уже не лезет. Контейнер. Контейнер 2. Вот это опасно. Заняться, что ли? Мачтой. Пока ее не снесло. Или увеличить количество солярок. Куда более эффективно заряжалось. Один удар, и все это рухнет. Так, дайте-ка солярок. Дайте балок. А, ну нужно опять же долбить. Это мы делаем из камня. Inventory full.
надо увеличить солнечную панель хотя бы вдвое для более эффективной зарядки батареи. Ну а здесь будем ставить переработчики, ящики и так далее по мере углубления. И пещеры. Ту вторую можно уже разобрать. Или даже не разобрать, а... Резервную систему надо сделать. Вот что нужно. Так, на солярку у нас хоть что-то есть? Есть. Тогда перетащим. Нужна резервная система независимая. Пошли строить. Где-нибудь здесь. Резервную независимую систему. То, что там есть, перенесу на эту площадку. Если энергия кончится на основной базе, будет где зарядиться. Батарея, солярки. На батарею энергоячейки нужны. Так. Компьютеры. Компоненты. Точно забыл. Одной, наверное, хватит. Одной вполне хватит. Там встанут генератор. И комплект жизнеобеспечения. Так, энергоячейки кончились.
Не хватило. Батарею надо. 76. Четырех не хватило. Долбим дальше. Здесь жила идет, но немножко не там, где надо, она идет. Вверх. Она бы вглубь. И горы. Аккуратнее, не снести. Аккуратнее не снести и снес. Пока еще не снес. Пока есть солнце, это надо сделать. Да, опять. Так, солнечные панели функционируют. Можно отсюда проверить. Есть батарея. Бомбардировка прямо жуткая. Рано или поздно камень сюда прилетит. Переносим. А, блин, переносим. Полный инвентарь куда полетел? Полным инвентарем. Солярок 64 надо. Четыре солярки. Палок 24.
Остальное забьем. Штучки 4 сюда надо. А лучше 6. Здесь, наверное, слишком много будет. Компьютер и стекло. Темнеет. Меркалось. Второй контейнер, третий контейнер. Ящиков не хватает, но будет большой один. Хоть как-то батарею подзарядить. Компоненты есть, компы. Есть. Остальное не лезет. Основную тоже не убиться об нее, главное. А где-то стекол не было, вроде как. Нет, есть. Тут нет стекол балок, тут стекла балки. Там стекла балки, стекла балки здесь. Стекла, балки, ячейки. А сюда лампочку надо. На вход, а то не вижу уже нифига. Так. 36. Стекол 12. Чек 32. Теперь пошли разбирать остатки старой базы.
Перенести надо. За один раз, наверное, не получится. В качестве резерва можно было бы машинку сделать. Ну, пусть будет стационарная установка. Эти генератор. Защитим его заодно вокруг. Тут немножко не там. Инвентарь пусто. Тут распиливаем все. Может оставить? Что ему сделается-то? А нет, заберем. Батареи пускай стоят. Когда-нибудь на что-то сгодятся. Бесполезно разбирать. Энергоячейки с них не возвращаются. Теперь не убиться об этой солярке. Зря я так поставил. Потратил немного пластин. Давайте на все.
А вот так. Льда еще закинем. Тут защитить все это по возможности. От прямого попадания. Станет еще одна батарея. И довольно большую коробку придется делать. Да, есть. Посмотреть надо, как заряд идет. Полностью зарядится через 5 часов. Да, маловато. Ну, пусть заряжается. Заряд идет. Роем дальше. Довольно большое помещение копать еще. Так, можно, конечно, буровую поставить, но она здесь просто не влезет. Места нет. Потолок. Потолок, потолок. Да вот надо горячить. Блок уже. Производство, что он там роет. Всего помаленьку. Уже нужно ставить блок. Пробил немного лишнего. Потолок. Да, здесь. Железо закроется немного. Что же делать? Тут. Тут пойдет уже. Дальняя стена.
камень очень быстро заканчивается. Закинул и зашуршало. Слышно? Пластины. Нету? Пластин нет. Занят чем-то другим. А, внутренними. Давайте пока. И потом. Нужно будет, но... Каловую стену. Можно, конечно, нарыть по эти платины и сделать хороший бур. Трея дел пойдет. Что там нужно на бур? Железо, никель, кремний, платина, второй, серебро. Серебро у нас есть. Блин, он разбирать начал. Дайте хотя бы такой бур. Так, железа нет. Сейчас будет. Сигналы нафиг. Сигналы — это деньги. Но покупать тут пока нечего. Станция бедная. Есть, конечно, и контракты. Но пока деньги тратить не на что. Бур склепал. Он трубки клепает, зараза. Десять тысяч пластин пошел. Так, бур. Разобрать, этот взять. Инструмент. Уже лучше будет. Да, тут немножко лишнего продолбил. Пластинами. А нет, нифига.
Веселее пошло. Продолбить туда. Откалывает куда большие куски. Инвентарь невелик. Завод пока сюда еще вряд ли войдет. Так, солярки еще шуршат. Так, солярки работают, значит их не сбило. Не успевает перерабатывать. Наколол камня. Немножко слишком дофига. Весь придется отсюда забирать. Значит, блоки не встанут. Если тут будет что-то находиться. Шуршит, перерабатывает. Комплект для выживания еще камня набрал. А, туда тоже тянет, блин. Ну, пусть забьет. Сварить. Это вот все дело. Вон то. Деваются. Тут пойдет уже стена. Солярки живые. Заряд идет. Накоплено 35%. Зарядка 1,5 мегаватта. Так, здесь нужно... Два конвейера.
компы урать как не нужны. Того конвейера, по-моему, отковырнул трубки моторы. Восстановить надо. Он садится. Сюда я хотел лампу. Не тот блок, вот этот. Лампочку здесь тоже надо. Или не лезет. Да, здесь такие стенки, что не влезает. А тут встанет шлюз. Режется. Ладно, одной хватит. Настроить ее надо. Радиус максимальный. 1,8 интенсивность. На восьмерочку можно. О, вот обозначен. Батареи еще работают, зеленые. О, солнце садится. Пластин не наделал, зараза. Чем занимался? Пластины собирает. Роем дальше. Тут встанет завод. Здоровенный.
Внизу контейнер. Надо глянуть, может, уже влезает. Перетаскаю камень. Да, с новым буром дело пошло шустрее. Пока не до платиновых инструментов, но уже лучше. Серебряные тоже сгодятся. Где что еще? Очистительный завод. Да, надо будет еще все эти блоки пособирать. Вот у нас встанет вот здесь. Вот так. Здесь будут модули корения. Да. Еще немного подолбить надо. Кто не влезает. Замуровали. Да, надо больше. Места недостаточно. Inventory full.
камушки висят в воздухе. Так, а чё он не шуршит? Забился, что ли? Вызывай очиститель. Да нет, место есть. Иногда вот этим всем забивается. И перестает шуршать. Нас не освещено. Время работы 6 часов. Заряд достаточен. Не зря индикацию поставил. Таскать все это. Хотя бы завод надо вкорячить. Уже камни отколачиваю столько, что запаришься собирать. Это материал, которого делаем все это. Больше материал пока взять неоткуда. Копаю быстрее, чем собираю. Inventory full.
Можно, конечно, рыть без камня, но нам нужны ресурсы. Тут без камня рыть не получится. Иначе строить будет нечего. Еще не влезает. По длине не входит. Это все собрать, и может войдет. Да, вот он поэффективнее будет этого переработчика. Все это соберу. Попробуем еще разок поставить завод. Как раз на него пластин нужна уйма. Чуть ли не 1500. И запутаешься, где вверх, где низ. Тихи. Все еще не влезает. Уголок. Делай так, чтобы я там пролезть мог.
Влезает. Пролезаю вроде как. Вот теперь войдет. О, пластин маловато. Тут всего втрое больше. Еще 300 на него вроде надо. Пластин. Ну, если что, всегда можно где-то что-то спилить. Разобрать какой-то блок. Сверху там. По 25 пластин на блок. Да, еще 60 сделал. Над 600. И если я его сейчас поставлю, собрать не смогу. Толку от этого будет немного. Сигнал движется. Пойдем-ка разберем. Ценный мех. Он не влепится. Кнопочка, блин, колесо катится. Кнопочку дайте. А, поймать не могу. Нажмись уже. Биться можно об него. Нажал. Все, энергии нет. Получил. Ценные гироскопы.
немного пластин. Так, трубы большие, моторы. На сенсоре лежит. Да нет. Немного не тот материал, ну да ладно. Какое-никакое развлечение. Так, 600. Семьсот девяносто. Маловато будет. Да, тут тоже отдолбил, ё-моё. Немного не там, где надо. Берет немного лишнего. Там вниз долбить. Внизу будет ящик. Это одна из самых больших таких конструкций. Жарущих много пластин. Дальше будет проще. Пусть завод. Тут хоть рядом таскать. Может, там еще автоматический подборщик поставить. Но здесь он ни к чему. Только тут будет законченное помещение. Собирать будет нечего. Руках потаскаем. А серия получается длиннее обычной. Но надо хоть как-то закончить одну часть.
базы. Такую значительную. Да вот, это сердце базы. Кто забрал? Восемьсот есть. Минимальное количество 1100 вроде как. Еще сигнал где-то. Так, железо. Это железо. Это жила, а вот никель, это, по-моему, прилетел. К солярке. Пока еще на индикации, значит, живые. Коннект с ними есть. Не упирается нигде вроде как. Так, моторы, компьютеры, трубы, компоненты. Трубы, компьютеры. И пластины. Недостаточно еще. 300 надо. Долбим дальше. Дальше завода. Станет борщик. Накрошил камни. Это собирать.
завод построю. Не придется даже летать в этот ящик. Оттуда можно будет и запихивать. Через заводские коннекторы. Тридцать пластин. От 300. Можно базовый очиститель разобрать, но там... Если не хватит. Собирать обратно. Хотя пару сотен пластин дайте. И под заводом копать. Дофига еще, чтоб туда большой ящик влез. Ниже завода. Сотня есть. Еще две. Где вверх, где низ? Не всегда понятно. Так, не хватает еще полсотни. А лучше 150. Базовый очиститель. 120. Долой. Работает. Бомбардировка. Куда прилетела? Главное, не в мачту. Мачта жива. Мачта пока жива. Если отстрелят...
Лярек здесь индикации не будет. Есть. Завод. Так, сборщик. Долой. Материалы еще разлетелись. А хотя, секундочку. А она улезет? Вряд ли он туда влезет. Раздолбать. Пролезть можно было. Вот теперь порядочек. Спиливаем поршик. Что тут у меня лишнего? Кобальт, серебро, борщик. Коннекторы. Наверное, в бок или вверх. Эти пластин. Отлично. Сердце завода есть. Сердце базы. Завод и сборщик. Осталось выровнять помещение, поставить пару ящиков больших. Обнести все это стенами. Берем мусор.
сборщик. К-01 это будет для базы. Пока все, что есть. Убирать куда удобнее. Кидаю в ящик. Завода свой коннектор. До этого копал, чтобы вниз можно было пролезть. Обкапывал со всех сторон. Иначе тут сейчас застревал. Так, и вроде как убрано. Заодно поверхность, по ней ходить можно. Здесь встанут блоки ускорения. Также наверху не будет, тут три блока будет. Там дальше пойдет стена. Ниже пойдут. Так, батареи получились. Вон там, внизу. Сюда еще что-нибудь можно. Так, сюда можно генератор тащить. Вот здесь сначала надо будет выдолбить и стену поставить. А вот сюда вот встанет генератор. Порода. Здесь встанет еще одна батарея. Там пойдет капитальная стена уже. Ну, база вырисовывается. Вниз встанут два больших контейнера ниже завода. И вот это помещение будет закрыто. Там, наверное, дальше еще на пару блоков и пойдет следующая стена. Здесь будет шлюз. Там тоже. Рядом со шлюзом также ящик. Чтобы можно было, не заходя на базу или не выходя с нее, производить операции. Это будет герметичное, накачанное воздухом. Ну, вот так как-то. А на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока.